Это же, кроме бумаги, это же просто маразм. И знаете, такие маленькие вещи, это просто замечаешь, и потом думаешь, ну почему же это не работает? Потому это не работает. Потому что вот такие какие-то, такие малюсенькие, какая-то форма, надо что-то написать, от руки, синей ручкой, Я должен был заполнить анкету, 8 страниц, синие, от руки, на украинском, синей ручкой. Ну, и кто ее будет читать? Моим корявым почерком, свою биографию, которая напечатана, перепечатана, висит на сайтах, все это, и сам подписать каждую страничку, и сдать, потом вот какой-то ящик, тот ящик потом в архив, и все. А я потеряю на это 4 часа. Ну, естественно, я это не сделал, отказался, допечатал, подписал. Но надо это менять, убирать. Это ничего, это время, это ненужная трата энергии.